Политику диагностировали синдром Гиена-Барре. В состоянии Анатолия Чубайса наметилась положительная динамика. Все переживания его родных по поводу того, что экс-депутат может остаться парализованным, остались позади. Политика уже выписали из итальянской больницы. Однако лечение еще не закончено. Чубайса отправили на реабилитацию во Франкфурт-на-Майне. Как сообщает газета La Repubblica, результаты токсикологической экспертизы еще не получены, однако врачи не сомневаются, что синдром Гиена-Барре все же подтвердится.